Он прошел всю войну и в канун Дня Победы празднует 100-летний юбилей. Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Фураев родился в деревне Соколово Ростовского района. Воевать начал под Москвой, прошел Сталинградскую битву, сражался на Курской дуге и не только. Окончание войны встретил на Дальнем Востоке. Главная поддержка для ветерана – его крепкая семья. У Сергея Михайловича 3 детей, 5 внуков и 7 правнуков. С праздником ветерана поздравил глава региона. Среди подарков был и почетный знак имени Мельгунова. Это одна из высших наград Ярославской области. Так что живите счастливо за ваши заслуги. Спасибо. Перед Родиной, перед Россией, перед советским народом. Страшно очень было. Да, и волосы подувались. Думаю. Вот у меня воспоминания еще. Как у меня пилотку прострелили вот здесь вот. Между лбом от звездочкой. Всю войну прошел. И его всегда, как он говорит, Бог берег. Вот. Много было ситуаций, где он должен был бы погибнуть. И вот этот мистер Шмидт расстреливался на высоте прям птичьего полета.